номинации «Лучшая периодическая книга» издательский дом «Советская Сибирь» за гастрономическую книгу «Вкусный путеводитель» по Новосибирской области. Коллектив авторов очень длинный. Возглавляют его Агальцева, Курковская, сам Бурковский и много замечательных друзей. Да, нам очень приятно, что все-таки эта награда к нам пришла, нас нашла, потому что книга создавалась действительно очень долго, она больше 2 лет пыталась появиться на свет, именно потому что авторов было много, и в том числе это жители нашей Новосибирской области. Мы тоже долго думали, в какую номинацию подать эту книгу, потому что, да, краеведение это вкусное краеведение. Это краеведение для тех, кто приехал в гости в нашу Новосибирскую область, и они узнали не только интересные факты, но и запомнили их с нашими блюдами. Согласитесь, это одна из такой очень приятной части восприятия, в том числе и наших территорий. Спасибо большое.